Лунный свет вывел друзей из волшебного леса. И они вновь очутились на знакомой дороге, которая привела их к подножию гор. Снорри, ты не помнишь, о ком говорил лесной эльф? Кто может нас привести к морской волне? Огонь! Кто это? Хранительница горных вод. Они оберегают чистоту всех рек, озер и морей. Горе тому, кто отважится замутить воду в чистом источнике. За это агуани могут утянуться с собой на дно морское. Мне страшно. Не бойся. Просто прежде чем коснуться воды, нужно спросить их разрешения. Очень уж они любят вежливости. А то они вполне дружелюбны. Вот и хитрые. За разговорами друзья не заметили, как подошли к горному озеру. Только они решили присесть отдохнуть, как вдруг до них донесся тихий голос. Помогите, помогите! Слышишь? Помогите! Где вы? Сюда! Что с вами случилось? Рано утром мы с сестрами решили искупаться. Побежали к озеру, а я споткнулась о камень и упала. Ой, я, кажется, повредила себе ногу. Помогите мне, пожалуйста, встать. Ой-ой-ой-ой. А что это у вас с руками? Где вы их так испачкали? Скорее вымойте их. Похоже, это агуань. Я что-то очень сомневаюсь, что она говорит нам правду. Может, она испытывает нас, просто хочет заманить нас куда-то? Ну что вы там шепчетесь? Скорее! А можно? Что можно? С вашего позволения, мы покинем вас на минуточку, чтобы вымыть руки. Ах да, пожалуйста, какие вы аккуратные! Кстати, как вы здесь очутились? Мы ищем морскую волну. Вы случайно не знаете, где нам ее найти? Ну почему же? Знаю. Уже тысячи лет она находится во власти колдовских снов, и ей никак не проснуться. Она спит на дне сонного источника. Проводите нас, пожалуйста, к ней. Нам нужно разбудить ее. Я помогу вам, ведь вы были так добры ко мне. Дети последовали за Гуаня к сонному источнику, где мирно спала морская волна. Как только Алина заиграла на волшебной дудочке, озорные Гуани появились из воды. Пританцовывая, они скользили по водной глади и требовали, чтобы она все громче и громче играла на дудочке. Bye.
чулитках. Надо же, должно быть, многое изменилось за это время. Да нет, даже наоборот. С тех пор, как зима ушла, все будто замерло. Дорогая морская волна, мы пришли просить вас отправиться с нами на Северный полюс, к снежным вратам. Мы очень хотим, чтобы зима вновь вернулась к нам. Но вряд ли я смогу их открыть. Это должен сделать кто-то другой. Мы поможем вам! Но только подскажите, какое заклинание мы должны произнести? Я знаю только первое слово. Кредо. Остальные два спросите у холодной вьюги и северного сияния. Кредо? Это значит «никак не могу». А, это значит «верить». Верить? Тогда поторопитесь. Морская волна посадила друзей на льдину и понесла их к реке. Через море, океан, в сторону многолетних льдов. Много нового поведала на севере, ее обитателях и чудесах. Высадив друзей на самом краю вечной мерзлоты, морская волна с улыбкой исчезла под толщей льда.